спецтехникой, да, в общем. Чех, ну вот иногда ему какой-то вариативности, может быть, не хватает. Но если уж он атакует, и у него идет подача. Вот и эйс. Пожалуй, некоторой ахиллесовой пятой у него является игра у сетки. Как же это хорошо, а? Сегодняшнего дня. Ну, у Томаша. Это Саша. Пробить и выиграть одним ударом, а когда нужно мяч подержать. На протяжении всей его карьеры это вот была, как многие оценивали, это был главный минус. Зверева, и самое быстрое тоже, как мы уже отмечали, в этом превосходит Зверев соперника. Как варьирует подачу Зверев. Предыдущая по диагонали. Самое.
сейчас он делает все, чтобы выровнять эту статистику. Зверев совсем с другой мотивацией выходит. Там он позволял себе в начале партии играть довольно расслабленно, а здесь даже не пытались что-то делать. Сейчас таких нет. Те же вот Баутиста, Агут, Жоао Соуза, которых мы здесь видели. Стрелян тут гарантирован. Бывает же подготовительные удары. Вот вот так. Сейчас свечку не мог выйти. Напомню, за вторую путевку в финал поборется Роберто Баутиста Агут, третий номер мирового рейтинга. Человек, который шестой год подряд стоит в десятке постоянно. Это очень немногим удается. Саша непреклонен. Можно отразить такой мяч. Главное, для очень многих игроков, для большинства игроков, это была бы атака на предельной скорости, а для... Ничего его вообще не останавливает. Две ошибки допустил. Абсолютно он забыл о них в тот же момент и опять атакует. И на сей раз. Себе что-то. Прежнему не было ни одного в этом матче. Ну вот наконец-то, да, Том? Изначально-то надеялся, что занервничает Зверев, может быть, даст какой-то шанс, но нет. Как этот мяч обратный кровь. Мяча у Бердыха во втором сете. Что же делает Саша, а? Фантастически. Вводящий удар. Мы знаем, что Джокович любит раздавать всем аплодисменты. Бердых все-таки не так часто это делает.
просто не должно быть. Так играет Бердыш. Ну вот, играть еще два брейкпоинта тяжело будет. Томаш в этой игре. И еще одна ошибка Томаша Бердыха. Ну, проверил он в концовке своего юного оппонента. А сам проверку не прошел, это Томаш. Айда, Саша. Айда, молодец.